Как рассказали нашему корреспонденту в Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула, ситуация действительно близка к критической. За последние 10 лет число маршрутов сократилось вдвое, а запасы автопарка в полтора. Последний раз тарифы на проезд повышали в 2016 году. Но, как признаются предприниматели, эти меры не позволили окупить затраты на ГСМ, запчасти, текущий ремонт и электроэнергию. Просто вынуждено может такое случиться. Сегодня уже топливо не дают в долг. А рассчитываться нечем. Сегодня 50% водителей не хватает. Машины ломаются. Утром выпускают машины, они до вечера не дорабатывают. Жара, не доплачивают за федеральных и краевых льготников. Это основное. И вот это все нужно делать для того, чтобы сохранить пассажирскую отрасль в городе Барнауле. Как пояснил Николай Долженко, одним повышением тарифов на проезд разрешить ситуацию не удастся. И если не принять меры, риск невыхода рейсов на линии возможен. Но пока решать проблему столь кардинальным способом предприниматели не намерены. Бастовать – это глупости, понимаете? Надо всегда находить какой-то компромисс. А бастовать – ну, это неправильно. Я считаю, вообще это с позиции разговаривать давление – это очень неправильно. В ближайшее время перевозчики планируют обратиться к краевым властям с просьбой помочь в решении проблем.